Добрый вечер, дорогие друзья. Первый вечер из трех вечеров, посвященных самому великому явлению, которое мы, представители иудейско-греческой римской цивилизации, подарили своей планете и великому меломану Господу Богу – музыке. Мы посвящены музыке и сегодня, и завтра, и послезавтра. Я практически знаю тот эффект, который вы все испытаете после первого, второго, третьего вечера. Не из-за того, что оркестр будет хорошо играть, а оркестр у вас чудесный. Не из-за того, что вот это вот чудо, этот молодой человек, маэстро, будет замечательно движется, абсолютно харизматичный, я вас с ним поздравляю. Не только потому, что это центр древнего Кремля, древнего русского города, где две великих реки соединяются вместе, а то есть священных мест великой империи, великой русской культуры, великих традиций. Не только потому, что отсюда вышло много писателей, поэтов, художников, композиторов. Не только потому, что дорогие сердцу картины висят здесь рядышком в нескольких шагах. А еще и потому, что мы сегодня, и завтра, и послезавтра будем играть великие вибрации, которыми вдохновлены гении. Самое трудное последние 300 лет. А вы заметили, что музыка приходит на помощь человечеству, как лекарство, когда ему хуже всего. Все человечество имеет запас прочности, любая цивилизация. И когда в средневековье дошло до того, что всякий вопрос был смертелен и вел кострам инквизиции, появилась и началась эпоха Возрождения. Сегодня я могу сказать смело, в одном из крупных городов России и мира, если не начнется эпоха Возрождения, то мы с вами свою цивилизацию проиграем. У нас нет другого пути. Или мы сдадимся на милость сатанистов всех видов, или мы победим. Причем самое странное, что духовная победа совершенно не обязательно предполагает численность. Она предполагает только силу Духа. История Духа всегда знала, что 5 человек могли вытащить целые страны, 50 человек целые континенты, потому что с нами Бах, потому что с нами Вивальди, с нами Карелли, с нами великая вибрирующая сила космоса. И те гении, которые оставили это, они не предполагают, что это будет лежать на полках. Они даже знают, что если все 50 программ российского телевидения будут играть в рулетки и давать мыльные оперы, то Бах с Карелли из-под тишка, издалека провибрируют, и кто-то вспомнит, что он человек. Мы сегодня попробуем. Я сейчас выясню, есть ли в этом зале полиглоты. Но перед этим хочу сказать, я получил несколько писем из Нижнего Новгорода. Люди знают, что я приехал, попросили, а можно провести встречу с учителями, а можно провести встречу с малышами, а можно провести встречу со взрослыми, со старшими, с подростками. Мы соберем учителей, мы соберем... Миленькие, 3 дня, 2 репетиции, 3 концерта. Сейчас нельзя. Но я просто пообещал в ответ на письмо, что я попробую соединить и музыку, и школу будущего, и идеи, потому что то, что я буду говорить, то, о чем я буду говорить, и то, что мы будем играть, это, клянусь вам, своего рода уроки школы будущего, потому что, к сожалению, школа, которую мы имеем, она практически обречена, она и формирует вот то, что мы получаем. Если вдуматься, мы рождаем гениальных детей. У нас у детей 16 золотых сечений в теле. 16! Это значит, что это божественные пропорции. Это значит, что мы рождаем гением, а потом всей системой мы не умеем лечить по-настоящему сердечно-сосудистые болезни. У нас часто рано умирают люди. Мы по-прежнему бессильны после второй-третьей стадии рака. Но мы научились лечить на Земле одну болезнь – гениальность. Это мы делаем умело, изощренно, всей системой государства, всей силой власти, всей силой масс-медийных аппаратов. Мы убиваем собственных гениев. Каждый день, каждым словом, неправильным русским словом, неправильной мыслью, страшными зомбированными делами мы убиваем собственных детей. А потом их молочных, умных, добрых мы отдаем в школы. 12 лет по 6-7 часов каждый день. И что же мы получаем на выходе? Лучше не упоминать.
Лучше не думать, достаточно почитать форумы российского интернета. Это страшно. То есть ужас не в правительстве уже. Он в результате многолетних экспериментов уже в самом народе, который уже не способен общаться друг с другом. Знаете, как мы общаемся, да? Один человек дает хорошую, глубокую мысль. Второй вытаскивает из этой мысли одну фразу и начинает ругаться. Он дальше не слышал, что сказал первый. Он ругается против одной фразы. Третий ругает второго, четвертый ругает третьего, а пятый говорит, во всем виноваты евреи. Кончайте спорить. Вот так заканчивается российский форум. Причем на каждом форуме сидит человек, который ждет. Как только форум добирается до Алмазного края, появляется провокатор, который пишет. Евреев пошли идти. То есть сразу эту энергию нужно перевести в другое русло. Или не обязательно евреев, рыжих, лысых, велосипедистов, кого угодно. Важно, что виноват кто-то вне нас. И он ждет. Но что же мы? Кто же мы? Сегодня музыка – это не за развлечение, это не фестивали, это не заполнение свободного времени. Вообще, на Западе ведь есть тоже страшная тенденция. Там, например, в Швеции я очень долго боролся с одним утверждением, что культура – это заполнение досуга. Я им сказал, милые шведы, замечательные, есть три вещи, которые не связаны со временем. Это вера, любовь и культура. Нельзя верить в Бога по субботам. Нельзя любить пятницу вечером. Нельзя быть культурным последом. Культура, вера и любовь – это состояние, а не время. Оно не имеет никакого отношения ко времени. Если человек любит, то это состояние любви. Что он ни делал, он любит. Если человек внедрен в культуру, то это не состояние времени. Досуга или недосуга. Это состояние души. Вот мы, тоже теряя это состояние, по сути, теряем самих себя. Нам внушили, что строительство моста – это прогрессивное начало, это инновация. Не верьте. Нужно задать вопрос, куда ехать. Вот тогда станет ясно. Потому что если в конце моста вас ждут группа с пулеметами или с автоматами, то значит каждая минута строительства моста приближает добрых людей, которые ждут моста, как маны небесной, к смерти. В конце моста нужно запланировать концертный зал. Или картинную галерею с густой делу Рембрандта. Тогда понятно, каждая минута приближает нас к общению с великими художниками. Иначе мост может быть смертельный. В разрушенном сознании инновация является реакционной. Понимаете, то есть даже техническая революция приведет нас к гибели, а не к радости. Все, что бы мы ни делали, в искаженном сознании искажается и становится агрессивным. Вот почему Бах и Вивальди и Карелин ждет своей очереди для того, чтобы прорепетировать, вводить наше сердце, спасти наши сосуды, открыть наше дыхание. Я сейчас спрошу, есть ли в этом зале люди, которые говорят на португальском языке? Да еще на старом португальском. Нет, да? Вот Иван Иванович Сагатинский был такой, да? Он говорил на 18 языках. Вот в том числе старый португальский. Он говорит, новый португальский или старый, что вы имеете в виду? Новый португальский идеально, а старый португальский иногда нужно посмотреть в словарь. Так говорится Иван Иванович. Это был совершенно уникальный человек, да? Так вот здесь, наверное, этих людей нет. Но вдруг есть. Никто не помнит, как на старом португальском языке звучит слово «раковина неправильной формы». Уникальный человек, вот один помнит. А, да. Сейчас весь зал засмеется, все знают, конечно. Барокко. Конечно, барокко. Все раковины имеют одну и ту же форму, там золотое сечение. И когда пловец ныряющий доставал раковину неправильной формы, он кричал «Барокко!» Все кричали, не может быть! Точно, барокко. А почему же архитектуру обозвали барокко? Вы же сами понимаете, особенно остро и специфически православные. Вы же понимаете, что в вере нельзя иметь ничего. Арканы есть, не дай Бог, надо вытащить быстрее оттуда. Не позволять чужим религиям, чужим верам, чужим конфессиям помешать нашему абсолютнейшему правовому славию и так далее, и так далее. Но есть одна деталь. Есть одна деталь, очень важная. Когда после готики, после этих строгих монахов, начали украшать соборы лепниной,
а туда стали вносить скульптуру, орнаменты, узоры, то сторонники строгой готической религии стали говорить: безобразие, они совсем барокко. По-русски барокко. Мы делаем так: он того. Шведы делают то же самое, говорит: он барокки. Это вошло во все почти языки. Барокко – причудливый, ненормальный, не того, странный. Вот не того-то и стали называть архитектуру, которая пришла на смену готике. И поклонники строгой готики забыли, что когда-то точно так же сторонники доготического романского стиля крутили у виска и кричали: готика, то есть варвары. Человечество никак не дорастает из своей собственной культуры. Все время смешно. Все названия стилей и направлений в искусстве – это ругательство. Все, без исключения. Романтизм – это было страшное ругательство. Не раз мама говорила своей дочери, даже сегодня: ты совсем романтическая глупышка, ты не понимаешь жизни. Ты должна знать, что все мужчины хотят только того, а не другого. Он тебе стих читает, а его другая мысль: не будь романтической дурой, иначе замуж не выйдешь. Опять романтизм проявляется как глупость, как дурость, как нежизненная система. А когда после романтизма пришел реализм, знаете, как ругались, страдали, плакали писатели, когда их называли реалистом? Ужасно ругались. Говорит: ты реалист. Понимаете, после сказок, после Гофмана, после всех этих чудес, после феи сказочной, вдруг подробное описание, как стирали белье. Что это за писатели? Реалисты, долой! Реалисты, да здравствует романтизм, теперь уже романтизм нравится. Так было всегда. Но барокко, сегодня барокко нам необходимо по многим причинам. Первое. Музыкальная барокко оказалась такого масштаба культуры, что сегодня это актуально. Почему? Ну, вы же, наверное, читали Гоццы. Вы помните любовь к трём апельсинам, когда принц влюбился в три апельсина. И нужно эти три апельсина достать. А что за три апельсина, никто не знает. Я не буду вам напоминать всю эту историю. Помните, только есть одна героиня, повариха с поварёшкой. Она большей частью спит в кухне. Величина 12-этажный дом. Поварёшка примерно 5-этажный дом. И нужно обязательно мимо нее пройти к этим трем апельсинам, чтобы она не проснулась, или задобрить ее. Как это дикость, да? Это Гоц, это времена Антонио Вивальди. Это человек, описавший Вивальди. А помните, чем это все кончается? Вообще гениально, когда принц приходит и там видит все три апельсина, разрубают апельсин, а потом выходит принцесса: я хочу пить, я умираю, если мне не дадите пить, я умру сейчас. А где пить? Нет, не где пить, кругом пустыни. Принцесса умирает. Все бегут ко второму апельсину, разрубают, а тут еще прекрасная принцесса говорит: я умираю, дайте мне пить. Нету, нету по-прежнему пить, ничего. Подходит третьему апельсину, вдруг принц кричит: подождите! Давайте сначала сходим за водой. Сходили за водой, разрубают принцессу. Я умираю, ручки. Принцесса, пей. Нет, ты мой спаситель. Великая любовь. Не случайно негодяй Прокофьев написал антилирическую, антилюбовную оперу «Любовь к трём апельсинам». Это он подразнил Верди. Беллини, Доницетти, Пуччини, Паскаль, Мерлан, всех подразнил. Любить надо женщину, а трех женщин с трех апельсинов. И не забыть воду. Это и есть барокко. Знаете, барокко – причуда. И когда мы говорим «Бах, гений барокко», то гений причуды, друзья, не забудьте, у нас есть много путанных вещей на земле. Из-за этого несчастья в основу своего мышления мы кладем вещь, которую мы поверили навсегда, и строим дальше. А сама вещь по себе порочна и глупа. А мы этого не знали, нам сказали, и мы поверили, и начали строить жизнь. А потом вот это сама основа неправильна. Вот я вам сейчас приведу такой пример. Например, классическую музыку стоит называть серьезной. Да вы что? Где и когда? Это же игра с Богом. Это же игра в математику. Это игра в кости. Это алеаторика. Это божественное знание. Человек борется за бессмертие. Он смертный, побеждает как бессмертный, потому что остается. Это легкая радость бытия. Это то счастливое, светлое дуновение ветра, которое открывает нам мир и дух.
попса – это тяжелая, несерьезная музыка. Куда уже серьезнее, чем убивать целое поколение подростков периодных формирования, когда у них угревая сыпь на лице, и когда не знаешь, кого убить раньше – маму, бабушку, учительницу или соседку. В этот момент приходят такие странные дети, тети распяленные вот этими страшными телеэкранами, глупые, злобные, тупые денежные мешки, и начинают даже просто убивать. Школа не добила, а пупса добьет. И готовится идеальное обслуживание нефтяной и газовой трубы. Впервые в истории человечества появилась цель не гармонического развития личности, а нормального человека, который будет точно, не задумываясь, выполнять указанные свыше действия. Поэтому начальник трубы не сменяем, потому что иначе может быть буза. Так вот, друзья мои, есть только одно спасение. Как бы звучит странно. Я смотрю на каждого музыканта, который выходит за самую низкую в мире зарплату на эту сцену, общается и передавать вам Баха и Вивальди, завтра Моцарта и Гайдна и Мендельсона, который будет смеяться бессмертной ясностью и радостью. И мы с вами попробуем рассмеяться, потому что самое великое качество, которое человечество может выработать в том случае, когда оно бессильно, это чувство юмора, это смех. Случается чудо, побеждает смех. А можно я сейчас сделаю совсем не академическую вещь в том зале, в священном зале, одной из самых знаменитых городов, где все начинает от Мстислава Леопольдовича и, конечно, всеми бывали, оставили свой дух, оставили свою улыбку. Не случайно Ростропович так любил шутить. Он очень хорошо понимал, как важно уметь шутить. Его шутки классичны, известны во всем мире. Каждая расписана, раскрыта, разоблачена. Зачем? Почему? Он знал, что темно, что тяжело. У него было два инструмента. Первое – это виолончель, а второе – это несмываемое чувство юмора. Да прозвучит этот юмор во всех наших играх. И прежде чем подготовить вас к звучанию великой музыки, а именно третьего Бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха, я всегда за всех рад. И за тех, кто его тысячу раз слышал, и слышит тысячу первых, это все равно безумная радость, да, совершенно человеческая. И за тех, особенно, кто не слышал, такие тоже есть, третьего Бранденбургского концерта Баха. Но для того, чтобы услышали сразу и навсегда, я хочу по законам школы провести аналогию. Знаете, кто самый великий представитель барокко в русской культуре? Сейчас ни за что не поверите. Александр Сергеевич Пушкин. Это он. Да конечно же! Вы никогда не задумывались, почему Евгений Онегин, Онегину так легко на балу в день рождения Татьяны удалось забрать Ольгу у Ленского? Ведь они же жених и невеста, через две недели свадьба. Почему он танцует с ней все танцы? Не заметил почему? Ведь Пушкин очень хитро вот так описывает нам почему. Вы помните, как Ленский, 18-летний поэт, воспитывал свою 15-летнюю Ольгу? Он ей читал из ее же библиотеки роман и пропускал те страницы, где он считал, что не годится Оленьке читать эти страницы, они слишком такие свободные, и он без этого краснел, пишет Пушкин, и переворачивал две страницы. Можете представить, как подросток Ольга, после того, как Ленский уезжал к себе, бежала за этой книгой, открывала ее и читала, что же пропустил Владимир, и ужасно сердился. А что сделал Онегин? Вспомните две вещи. Ружал, на ушко шептал и читал какой-то пошлый мадригал. Ага! Он сделал то, чего не сделал Онегин. Ленский. Онегин сделал это. Он сделал это. А когда шепчет на ушко, Онегин даже делает не в том, о чем шепчет. А там движение губ, движение воздуха, а ухо – это очень серьезная зона воздействия. Да? Онегин же умный, взрослый, ему 18, ему 24. Он знал, как общаться с такими подростками, да?
Негодяй сегодня, мы его назвали определенным совершенно именем. И понятия много все газеты и теперь не пишет, говорит. Так что все не так просто. Пушкин все время порока, но самая великая порока. Вот, сейчас вы услышите. Перед Бахом, Пушкин и Бах, они могут друг другу руки пожать. Пушкин и Бах, даже не Моцарт и Пушкин, да, а Пушкин и Бах. Я напомню кому-то. Кто-то прочитает в моей книге «Тайны гениев», потом в книге номер два «Тайны гениев», вот в этом двухтомнике, потом в доме. Да? Помните сказку о Бахе и работнике его молчании? Поп – это поп, потому что круглый, толстый, говорит Бога. Господу Богу помолимся, говорит Бог. Балда – это А. Почему? Ну вот. Иван – дурак, балда. Кстати, дурак, в переводе свидетельского, это означает генетически удавшийся. Помните, два умных, третий – дурак. Конечно. Дурак – это фетистское слово, это древние веды. Дурак – это тот, у кого получится, потому что он не идет традиционными путями. Помните, Иван на печке, да? По щучьему велению. Друзья, знаете, что такое щучье веление? Ихтиос, Иисус Христос, Иисус Христос. Христос еще не только солнце, Бог солнце, Бог жена, Он еще Бог рыба. Его изображали как рыбу. Так вот, щучье веление – это Божье веление. А Бог задумал, что печка – это средство достижения цели. Не слезая с печи не означает веление, а означает вспомогательное средство. Иван, дурак, на печи получает царство. Это же настолько глубоко закодировано, а мы не понимаем, как киваем головами, когда нам говорят, вот вам русский менталитет, сидит на печи и все давно. Это поверхностное, глубинное, это значит щучье веление, общение с Богом напрямую. И Бог указывает, когда ехать, куда ехать и как получать царство. Так вот, дурак балда – это А. Теперь слушайте начало сказки. Жил бы поп, то лобовный лоб, пошел поп-поп, базару поп-поп, редьку какого топа. А, на встречу ему балда, идя сам не знаю куда, что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп-поп, отвечает, нужен мне работник, повар, конюх и плотник, а где мне найти того, служитель не слишком дорого. А почему-то поп решил балду потом извести, такого дешевого работника, заваленную полку работал. Почему? А у Пушкина это закодировано. Помните все, что за попа, о, все, что за балду, а слушайте, что случилось в семье у попа. Только не для детей, только для взрослых. Сказка для детей, но закодировано для взрослых. Взрослых поймет. Попадья балдой не нахвалится. Попова дочка по балде решили. Вот почему почему-то. А конец сказки, помните? От первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка решился поп из га. С третьего щелка вышел на мусорника. То есть о-о-о-о-о-о. Это есть гаджетта гроза. То, что вы сейчас слышите у Баха. Полное безумие. Потому что вот эти вот господа сейчас, они будут говорить и утверждать во весь мир па-да-да, 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 па-да-да. А вот те господа начнут говорить неправильно, па-да-да. Они начнут спорить, па-да-да и па-да-да. Давайте мы с вами посмотрим. Давайте проверим, что получится. Это гениальный ход. Вот, пожалуйста, первая половина зала под моим руководством. Пожалуйста, скажите, па-да-да, 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 па-да-да. Вторая половина зала отсюда, вот от середины, видно вверху, говорит, па-да-да, 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 па-да-да. Вы услышите одно из чудес, гегелевское единственное борьба противоположности. Вы услышите, что творится тезис, антитезис. Только под моим смахом начинает первая половина зала, па-да-да. А когда я покажу, то па-да-да, па-да-да. То есть то, что будут играть музыканты. Попробуем? Ну, давайте. Па-да-да, 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 продолжайте, па-да-да, продолжайте, па-да-да, 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 слушайте, па-да-да, 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 па-да-да. Вот это первое чудо, да? А потом же начнется такое. Значит, давайте теперь вот эту группу, вот эту небольшую группу, вот четверть, вот этот сегмент, да, сделай так. Па-да-да-да-да-да. Па-д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 а
эти па-да-да-да-да-да-да. Сделали? 3-4 начали. Па-да-да, 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 па-да-да. Что вы скричали, как вселенная начинает собираться? Побыстрите, стоп, спасибо! Так это же еще не все. Мы, конечно, не успеем, иначе часов полтора нужно, чтобы всех разделить и показать все, что будет сзади. 15 минут в этой музыке, за 5 минут в первой части. Но еще один ход. Значит, я попрошу ту подальнюю часть зала, когда я покажу, вступить так. Пам-пам-пам. Пауза. Пам-пам-пам. Пауза. Итак. Па-да-да. Па-да-да. Па-да-да-да-да-да. Пам-пам-пам. Пам. Послушайте, не только говорите, но слушайте, что творится в зале. Значит, па-да-да, 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 Друзья, я не случайно провел этот эксперимент. Только сейчас. Это уже звуки вселенной. Вы себе представляете, как сейчас Господь Бог, он безумный меломан, как он сейчас улыбается. Почему? Потому что он жутко любит эту баховскую космическую идею первой части. То есть здесь сейчас начнется кончерто. Бранденбургский кончерто. А кончерто, вы знаете, имеет тайну двойного наиболее. В переводе с итальянского кончерто – это означает соревнование. Кончерто, сеньор! Кончерто. Кончерто, сеньор. Любимое слово, кстати, Горбачева – консенсус. То есть согласие. Это по-латыни. Одно и то же слово. Соревнование – согласие. За и против. Про и контра. И вы сейчас это услышите, потому что все против всех, все со всеми. Я безумно люблю заходить в итальянские и испанские кафешки, потому что заходишь и говоришь, кафе, сеньор, ти, соло, кафе, но тутти, тутти, но соло, тутти, тутти, ага. А иначе вы получите кофе, а друзей не останется. То есть, знаете, они все время разговаривают про кончерто Гросса, да? Когда хотят выпить кофе. И вот здесь сейчас начнется великий полный балда, великая бойня, а? Но там еще и Е и И, потому что когда балдон прыгает к чертям, там пошли Е, бес, мелкий бес, не туда полез, начинается не туда, о, а, о, а, и. То есть это же полное безумие. Вы сейчас это услышите, но на еще более высоком уровне, уже без вербальности, без ничего, кроме одного, звуковысотность и свобода движения в космосе. Это самое космическое произведение планеты Земля. И оно будет отправлено к дальним цивилизациям, чтобы доказать, что мы разумны, что мы Гегеля читали, что мы с Кантом знакомы, с его категорическим императивом. Это тема следующей встречи. Про категорический императив, почему Бог есть. Доказательство не Фомен, а именно Канта, о котором Булгаков упоминал. Да? Мастер и Маргарите, о шестом доказательстве бытия Бога, вот оно здесь как раз. Вот в этой музыке шестое доказательство бытия Бога. Ни размножиться под нее нельзя, ни утеплиться нельзя. Достаточно посмотреть ведомости получения зарплаты, да? Нельзя, нет, не получается. Но, тем не менее, Вселенная содрогается, как я отвечу. Итак, после первой части, будет совершенно замечательный момент. Там есть у Баха всего лишь два аккорда, которые переводят с первой сразу в третью. А вторая Баха стояла на сцене свободной импровизации. И Максим решил сыграть минимум Иоганна Себастьяна Баха. То есть, как переход из па-да-да и па-да-да в совершенно феноменальную вещь. Эйнштейн улыбался и говорил, здесь я бессилен. Почему? Потому что вот это па-да-да становится па-да-да, па-да-да-да-да, да-па-да-да.
То есть оно обретает дополнительную форму. Комета получает космос. И начинается новая стадия игры, которая стремится к одному звуку. И, наконец, весь оркестр, как бы познавая Бога, начинает играть ноту соль. Все очень соль. То есть Бах показывает идею свернутого пространства, о которой говорил Роман Винский, Николай Музанский, о котором знали величайшие творцы. Но Бог сумел показать в третьей части, как все движения разворачиваются и сворачиваются в единый клубок, гигантский радостный энергетический клубок. И человек, да-да-да, конечно, человек выкрикивает космос. Да, я знаю, я бессмертен. Господи, спасибо тебе. Павел знал высшую радость. О нем при жизни написали в энциклопедии 2 раза. Только плохо, 2 раза. Как главой композитор. И в пример ему ставили, ну, такие имена. Вы сейчас их не знаете, и даже не загружаете свою память. А если вы когда-нибудь услышите что-нибудь из тех, кого ставили в пример Баху, то не тратьте время. Все-таки земных лет у нас не так много. Поэтому старайтесь слушать побольше Баха. Не ручей, а океан, сказал Бетховен. Das ist kein Bach. Das ist Ozean. Опять Бетховен, как я не понял, в чем дело. В него все втекает, из него ничего не вытекает. Все ручьи, бахи, по-немецки, для бах ручей, втекают в океан, а вытекать ничего не может. Именно поэтому дети папы сделали все, чтобы папа забыли. Потому что пока папа был в мозгах у современников, нельзя было никуда двигаться. Я уверен в том, что дети не случайно называли ушедшего отца старый парик. Специально, чтобы мир и человечество успокоились, потому что Баха поймет Эйнштейн. А для этого нужно время. Человечество должно для этого дорасти. А сегодня мы говорим, Боже, как радостно и как просто. Итак, великий праздник барокко Падада и Падада. 3 из 6 посвященных Марко-графу Бранденбургскому концерту. В исполнении этого произведения могут участвовать только музыканты, которые очень хорошо играют. Потому что здесь каждый солист, все против всех и все со всеми. Следите за всем, что будет происходить в течение этих нескольких минут, и просто наслаждайтесь. Я не знаю наслаждения равного этому. Геннадий Гегель, скрипка. Андрей Салуянов, скрипка. Наталья Гринько, скрипка. Петр Колесников, альт. Николай Цыкунов, альт. Татьяна Капитонова, альт. Наталья Гусикина, виолончель. Елена Селезнева. Селезнева, да? Виолончель. Ирина Романова. Селезнева, да? Ирина Романова, виолончель. Геннадий Мугачев, контрабас. И Максим Емельянович, клавесин. Внимание! Барокко! Thank you.
Thank you.
Thank you.
сказать. Я хочу сказать совершенно серьезно, что я сейчас, я не знаю, как вы, я получил невиданное наслаждение, да. Правда, вам лучше, вы сидите здесь, к вам прямой звук идет, а я изо всех сил пытался как бы подвинуться в эту сторону, потому что просто музыканты молодцы, просто молодцы. Вы же чувствуете, как это сложно, да? Здесь все солисты, здесь колоссальная идет гонка, гигантская энергия, как инструменты неусиленные, зал большой. И еще я хочу сразу сказать одну вещь. Я сейчас понаблюдал за работой Максима, за его игрой на клавесине. Я уже понаблюдал за его харизмой. И хочу вам сказать, вот год-два, посмотрите, какой-нибудь из оркестров мира его пригласит и сделает то, что должны были сделать в нашей грешной стране. Да, дом, аккорд там поставят, купят клавесин, сдадут оркестр, будут платить 20 тысяч евро в месяц, все. Я не прошу вас платить 120 тысяч евро в месяц. Но если здесь есть хоть один олигарх... Нет? Да нет. Они сейчас танцуют своих жен с Киркоровым под фонограмму самого Киркорова за 100 тысяч долларов. Мне позвонили с Рублевки полгода, мучили. Давайте начинаем работу. Давайте подвинем, давайте ваших знаменитых музыкантов, начнем Рублевку. Хорошо, давайте начнем. Нашу Рублевку надо воспитывать, они были. Я говорю, хорошо. Только единственное, что мы, нам нечем платить, сказали мне с Рублевки. Что вы говорите? Да, пока давайте на благотворительное начало, а потом, когда олигархи проснутся, мы попробуем взять деньги под вас. Я так... Я вам даже не буду называть именно, кто мне звонил, очень знаменитые, распиаренные люди звонили. Полгода они меня мучили, а тут сказали, что, к сожалению, я говорю, хорошо, мне не платите, а музыкантам, которых я привезу. Ну, давайте сначала начнем, они вас не знают. Я говорю, если они меня не знают, это не моя беда. Это их беда. Ну, при чем здесь я? Понимаете, это конечно, маньеровская ситуация. Это маньера, надо читать Тартюфа. И вообще, понимаете, я все время по радио Серебряной Дочери и все говорю, просто заниматься политикой, вы еще Гоголя не прочли. Зачем вы все время о них говорите? Говорите о Пушкине, там бездонная. Баха, слушайте, жизнь коротка. И чем старше мы становимся, тем больше понимаем. Никогда нет времени на этой планете заниматься не Баха. Вот где подлинность сейчас была. Вот мне это почему напомнило вот эту идею. Ну, может, у кого есть такой маньяк? Постройте Максиму дом, куда будет покажет. Вот органы расмонтируйте. Небольшой двух мануальных, хватит. Да, чтобы он там все время играл, и туда же там репетиционная студия для оркестра в лесу, чтобы туда еду привозили, оркестр туда пришел. Вот нормально, полуторамиллионный европейский город, все время нефть скачает, кругом вас трубы прокатывают, миллиарды каждый день куда-то. А здесь бедный оркестр. Это картина, которую даже Шекспир не смог бы описать. Он бы растерялся и, наверное, заболел и умер еще на 15 лет раньше, чем он это сделал. Но, в принципе, если есть где-то совесть, хоть где-то, но Бог же, говорят, что православная страна. Ну, а теперь дальше все. Все. А дальше вот что, друзья мои. Когда-то, в 2005 году, когда меня просили или предложили провести Нобелевский концерт, а раньше не было таких Нобелевских концертов. Это не концерт для Нобелевских лауреатов. Это в огромном концертном зале собираются правительства, все предоставили билеты, все Нобелевские лауреаты со всеми приглашенными приходят, и это такой вечер перед завтрашним вручением премии. И знаете что? Ну, то, что я вам сказал, мгновенно, сразу, я придумал такую идею, что когда Нобелевский лауреат в будущем уходит, я задаю мать вопрос. Любимый композитор, или что было в детстве с музыкой? Выяснилось, что все, или почти все, им так повезло, случайность, да? То ли мама играла на рояле сонаты Бетховена, то ли папа с мамой на виолончели играл сонаты Бетховена и Брамса,
То ли соседи играли, то ли ребенка почему-то взяли и стал не сходами музыкальной школы, он, как Эйнштейн, стал играть на скрипке. То ли как Макс Планк, то ли как Нильс Бор. То есть, и выясняется, что все крупные выдающиеся мозги, ну вот заходят, гениальный экономист. Я говорю, почему правда? А на социальные дни, кошельные, на него специально иду на Нобелевском концерте, который на Нобелевском обеде, специально под наблюдением раввинов. Так вот, заходит, и с ним 17 кошельных евреев. Вот так, заходит, экономист. Я говорю, ваш любимый композитор. А, кстати, еще придумали, что премию вручать в субботу, а ему нельзя. Даже всякий нельзя премию в субботу. Видите, и он говорит, придумали раввины, что делать. Вы стойте и не подтягивайте руки, а его величество вам сунет в руки премию. Тогда получается, что вы не брали, вы не хотели. И вот он стоит таким, ему говорит, прошу вас, да, речь нельзя произносить в субботу. Вот ужас. Что решили сделать на детской? Умный зерк. В пятницу запишем речь, а в субботу пустим прямо на зал. Это было смешно. Сидите, кстати, я сижу, смотрю, я с трудом сдерживаю холод. На мне камеры, а я не выдерживаю. Я же должен быть серьезным, да? Сидит и сам смекивает. Там речь, по-моему. Правильно. Ну, это знаменитый экономист. А потом Роберт Оуман такой потрясающий голова. И вот когда он заходит в концерт, в концертный зал, тут камеры, все, господин Оуман, мой вопрос. Ваш любимый композитор? Он говорит, Бах, конечно. Я говорю, тут вся Швеция на ушах стоит. А вы заходите и говорите, что ваш любимый композитор пятый евангелист Господа Иисуса Христа. Он говорит, молодой человек. Это я молодой человек. Это было 6 лет назад, совсем молодой. Молодой человек, Бах — это мозг всякого, кто мыслит. Без Баха мысли на планете не может существовать. Это катализатор, понимаешь, молодой? Бах — катализатор. Я сейчас слушал, да, приносит концерт, и понимаю, что это катализатор. Господи, какой еще катализатор? А если еще прослушать и посмотреть, как, когда кто с кем играет, почему так, почему тара-та-та-та-та, почему тара-та-та. Кстати, тарарам и тарарам объединяется в синтез на та-ра-та-та-та-та-та. Тут безумие, тут анализ на 100 томов. Все философы мира не смогут перечислить того, что происходило в течение 12 минут музыки. Итак, музыка раньше, чем наука, приходит ко всем открытиям. И поэтому в 2005 году, открывая Нобелевский концерт из своей ложи, я произнес буквально следующее, перевожу со шведского языка. У меня на сайте, кстати, это пишет с русским переводом внизу. Я сказал, мамы, папы, бабушки, обращаюсь ко всем, кто слушает Нобелевский концерт. Ну, в России его не показывают, никто с дырой денег не просит. Ну, сюда бедная страна, что делать? Нет, скончилось давно. Газ вытек в трубу. Так вот, я говорю, мамы, папы, бабушки, дедушки, прадедушки, тети, дяди, если вы хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый вероятностный шаг к Нобелевской премии, начинается не с физики, начинается с музыки. В музыке скрыты все великие формулы научного и логического знания. Не верите? Ну как же? Когда у Эйнштейна спрашивали, как теперь понимать Вселенную после специальной и общей теории относительности, Эйнштейн сказал, очень просто, как слоеный пирог. В каждом слое свое время и своя консистенция. О, господин Эйнштейн! Спасибо. Не умоляю ваших достоинств, господин Эйнштейн, но то, что вы сказали, есть нечто иное, как формула Фуки, которая родилась за 400 лет до нас. За 300 лет до Эйнштейна. Есть слоеный пирог, и в каждом слое свое время и своей тональности. Но у нас у музыкантов было за 300 лет до Эйнштейна. То есть музыканты знали про слоеный пирог. Другой вариант. Американцы только сейчас сказали, все, мы закончили исследование, это было в конце 20 века, по поводу гениальности. Мы изучали гениальность, что такое гениальность. И пришли к очень интересному, господа, убеждению, вот вам все доказательства. Гениальное мышление – это парадоксальное мышление. Все говорят, браво, господа, браво. А русские говорят, ну, у нас тут был один такой бабник, полуафриканец, полурусский. Он как шутя в карету садился, неизвестно куда ехал, то ли к женщине, то ли от женщины, то ли карты играть, то ли писать. Он написал, поскольку нам открытие чудо, готовит пересвящение дух и опыт сына Шива, труда, гений, парадоксов, друг.
американцев и евреев. Вот такой вот был написал. Гений парадокс. Так и написал! Без научных исследований. По пути в карету. Гений парадокс. В каком году это он написал? Да, недавно, в 1827. Что? Гений парадокса. Вдруг так и написал. Да вот, читайте кириллицы. Сейчас мы вам латынью переведем латинскими буквами. Гений парадокса. Вдруг все слова известны, кроме своего друга. Ну, понятно, что наш друг — это друг. Ага, говорит американцы, за что боролись? Искусство, оно раньше, на интуитивном уровне знает. И вот когда я делал свои диски для детей, которые сидят там, вместе с фирмой «Рекокс», которая находится здесь, в вашем городе, в нашей совместной войне, то я там написал, 10-я неделя беременности. Там я включил рассказ о Карелии, сказал, слушайте, Карелии. Не Вивальди, не Бах, а Карелли. Знаете почему? А потому что Карелли, с точки зрения любого ученого, который начинает заниматься, это самый великий архитектор планеты Земля. Он строил города будущего. Если построить сейчас это Швейцарии, построить город по любому кончатку Гросса Карелли, это будет самый феноменальный город планеты. Это будут и фонтаны, и места отдыха, места расслабления, места медитации, места взлетов, места танцевальные, места рабочие. Это будут продуманные площади и линии, ведущие к центрам городов и площадей. Это будут золотые сечения, глаза Моны Лизы. Это будет феноменальный город, в котором человек чувствует себя комфортно, потому что он сам состоит из золотых сечений. Я предложил маме именно на 10-й неделе. Почему? А потому что в это время формируется центр, вот да, совершенно немножечко, формируется баланс. А трудно же там ребенку, во-первых, он вниз головой. Да, мало того, что вниз головой, мама ходила, и вдруг легла. Как формировать баланс? Где вверх, где вниз, где право, где лево. Потом мама согнулась, потом мама протянулась на носочках, поцеловала. И тогда, то есть ужас, села, где теперь вверх, где вниз. Развернулась вот так, опираясь на левый лоб. А в это время там мужичок формируется. И вот Карелли, он, как бы мама ни поворачивалась, какой бы головой вниз или вверх не лежал ребенок. А, правильно, значит, позик космонавта. Ведь совершенно все равно, вверх и вниз. Четкое доказательство, что мы космические сидим в позе космонавта. Это пара камера. И все равно, как сидит вверх головой или вниз головой. В космосе действительно все равно. Да? Космонавты переворачивают в воздух и солнце. И идут все эти провода, система, пуповина, все как положено. Мы строили космические идеи по идеям Господа Бога и по идеям наших детей. Вот эти деньги вместе очень важны. Так вот, почему Карелли? Я больше ничего не буду говорить. Вы просто послушайте. Потому что Архангела Карелли, проживший на Земле всего лишь, ну, по тем временам немало, 60 лет, член Аркадийской академии, один из самых интеллектуальных творцов всех времен. В отличие от Вивальди, он никогда не был забыт, никогда. И был образцом, тайным образцом для всех знающих тайны без музыки. Его любили, ему поклонялись все, считая, что он не будет так доступен, что его так вот играть просто так всем. Но люди не оценят до конца, как бы старая для них музыка, а композиторы рассматривали каждый звук, его положение, музыканты между собой наслаждались счастьем слушания и игры Карелли. Карелли — это одна из вершин всей структуры планеты Земля, нашей цивилизации. Почему? А потому что, как в Библии сказано, ну, у нас были глупость, да, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Понимаете, почему глупость, да? Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог, то есть Бог сказал Бог. Ну а если перевести правильно, как в оригинале, вначале был логос, и логос был Бога, и логос был Богом. А логос это не только слово, это структура. Еще раз, вначале была структура была у Бога, структура и была у Бога. Вот и все, ответ на все вопросы. Первично структура. Когда-то был такой бородатый философ, Макс. Помните, даже никто не был еще. Кто такой Макс, все про него говорят, ничего не понятно. Ведь это был экономист. Помните ответ к этому анекдоте?
Ну и что, наши все сильно старшие экономисты. Так вот, Маркс явно не был старшим экономистом. Он был просто экономистом. И он однажды сказал, бытие определяет сознание. И все поверили. Они забыли только, что Маркс говорил про лошадей и шапку. Бытие в стойле определяет сознание стойла у лошади. Бытие в болоте определяет болотное сознание шапки. Человек – единственное творение на этой планете, которое было задумано, как существо, у которого сознание творит бытие. И это зафиксировано в наших святых книгах. Неужели же вы до сих пор это не поняли? Там нам четко сказано. Вначале была логика, логика была Бога, логика была Бога. Молитесь, логике, структуре, системе, системное мышление, и тогда вы сформируете бытие. Ну ясно же все. Кризис начинается не в экономике, он там. Поэтому профессор Преображенский просто в начале века говорит, нужно биться об стенку ровно столько головой, пока не выбьется дурь. Бились? Нет. Не бились. Дурь выбилась? Нет. Не выбилась. Потому что место нищий, а раз полтора миллиона города, музыканты не являются главными, это значит, не случилось того, о чем предупреждал Бог. А теперь слушайте, Карелли, я ничего не могу говорить, это мой любимый композитор. И когда я чуть-чуть начинаю заболевать или терять баланс, я никогда не ставлю себе Карелли или играю сам какой-нибудь из его сонат, и все проходит. А сейчас мы выбрали еще самый лучший из его концертов баланса. Наш Треснинск. Вот почувствуйте дух Рождества. Это такое счастье со всеми его. Быстро не имели не вычисляли. Здесь соревнования происходят не только на уровне соло-дуртики, но еще и мягко вычисляли. Медленно, быстро. Движение круговое, движение продольное, движение вверх, движение вниз. Совершенство этой музыки таково, что его можно сравнить только с Рафаэлем. А если взять стену и взвесить на космических весах, то весы будут абсолютно в идеальном равновесии. Вы себе не представляете, какую работу математик бы провел для того, чтобы показать это. Ни одной случайной ноты и части. А теперь слушайте. Это великое счастье. Слушайте. Отгорожала второго итальянского гения наряду с Вивальди, итальянского порока. После перерыва у нас уже будет Вивальди. Итак, thank you.
Thank you.
Струнная группа оркестра Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Дирижер Максим Емельянович. Соображением, поскольку участница второго отделения сидит среди вас в зале, я вынужден сказать, во втором отделении, кроме того, что мы встретимся с музыкой Вивальди и Баха, мы встретимся с мальчиком, хороший мальчик, вот по педагогическим соображениям, хороший, да, талантливый мальчик. Вы его сегодня услышите, а потом через 20-30 лет будете говорить, я не слышал, когда ему было 10 лет. Также иногда встречал я людей, которые говорили, а я слышал Гейтса, когда ему было 8 лет, когда мы его концерт на Миннесота. Сегодня он будет играть Баха и Вивальди, завтра. Смотрите, не пропустите. Это событие в Одессе сегодня города полуторамиллионного. Этот маленький мальчик, второй после Гейтса через 100 лет, ровно через 100, будет играть концерт на Миннесота в трех частях. Завтра. Такого мы не слышим. Но он хороший. Мальчик, вот так скажешь. Хорошо, очень хорошо. И еще одно. Отдохните 15 минут и последний. После концерта я останусь на сцене и подпишу каждому из вас книги, мои книги, тайные деньги, вот эти, которые вы приобрели. До встречи через 15 минут на этом зале. Во втором отделении мы начнем с доказательства того, что классическая музыка – это музыка легкая, это игра с Богом. Я сейчас, наверное, покороблю некоторых из вас, блюстителей классической академической нравственности, тем, что расскажу, что на самом деле, когда Вивальди играл свои 4 времени года, то его слушатели смеялись, хохотали до упаду, потому что на самом деле эти концерты полны невиданного, нечеловеческого остроумия. Потом скрипачи это забыли и стали играть их совсем по-другому. Я приведу только один пример. И Максим, я думаю, мне просто поможет сейчас в этом. Да? Вот такой пример. Концерт «Осень» из времен года. Вы помните, что Вивальди сам написал стихи для каждого концерта. И в концерте «Осень» в первой части он написал «Из бочек льется Бакхадар бесценный», потому что это праздник Бакхуса, праздник бога вина. В Италии есть и сегодня один день, когда вся Италия, включая грудных детей, напивается вином. Даже грудным детям дают одну маленькую ложечку вина. Это традиция, это в честь бога вина, в честь великого Бакхуса. Так вот, Вивальди решил написать музыку про то, как реагирует каждый человек, который пьет только раз в году, на то, что он выпил много. Знаете, наверное, такую интересную закономерность. Человек обычно молчаливый, выпив много, начинает болтать безумно. Человек робкий становится почему-то очень неробким. То есть происходят какие-то невероятные процессы. И на самом деле в этом концерте, как и во всех остальных, Вивальди пошутил. Как он пошутил? Ну, те, кто видели фильм, мой фильм «Пьяный концерт», об этом знаю. Я записал его, знаете где? В Магараче, в Крыму, с ялтинским оркестром, прямо среди бочек. Потом мы пили это знаменитое вино, последний Магарач. Мы, правда, честно вам скажу, виолончелист ухитрился выпить до записи. И поэтому половина пленки была испорчена. Он вступал не во второй половине такта, где положено в этом концерте, да, а в первой. И мы никак не могли понять, в чем дело, пока он не дохнул
Но, послушайте, первая же тема концерта. Все говорят, ах, Вивальди, ах, не случайно его вызвали в инквизицию, этого епископа Римской католической церкви. Ему поставили серьезный вопрос. Он очень рисковал во многом. Вот послушайте, ничего более примитивного и простого в музыке не было. Пьяные не могут петь сложную мелодию, поэтому так называемый ритурнель на самом деле построен только на двух звуках. Вот он. Но это еще не все. Это играет оркестр. Скрипач вместе с оркестром. А вот потом идет просто полное безобразие. Вы знаете, там написано двойными нотами соло скрипача. Я прошу всех ревнителей строгой музыки, даже сейчас, если нервы не в порядке, заткнуть уши. Я буду играть так, как это тогда звучало. Чистые терции третьей позиции выше в те времена играть было нельзя. Поэтому Вивальди делил терцию между первыми и вторыми скрипками. Вот если бы мы с вами сыграли так, например, смотрите. Вивальди безобразник дает соло одной скрипке. Струны были вытянутые, грубые, это сейчас точная подстройка, серебром обмотка золотом. Каждая деталь, это все настраивается на военном уровне наши струны, иначе они будут фальшивить. Квинты должны звучать чисто. А в те времена какие там квинты? И когда Вивальди написал вот это, все скрипачи изо всех сил современные стараются играть чисто. Правильно делают, иначе просто выгонят. А на самом деле чисто играть нельзя. Давайте сыграем мое соло. Там, где терция. Я буду играть так, как играли во времена Вивальди. Пугайтесь. Дальше хуже. Вивальди дает нам образ человека, который выпил лишнего и болтает вздор. Как в музыке показать чепуху? А нужно сделать так, чтобы скрипач говорил, 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 но не вышел за пределы трех звуков. Фа, ля, до. Во всех вариантах. Слушайте, это же чудо болтовни. Вот итальянская болтовня. Выпил и говорит без умолку ни о чем. Как политик. Вот сейчас будет. Узнайте. Потом домой придите, телевизор включите. Неужели же не ясно, что Вивальди шутил? А дальше, поболтав, он начинает наливать вино. Ну, сначала вроде бы все нормально, потому что он еще не перепил. Поэтому вино наливается как положено. Скажу, гамма играется только так и никак иначе. А если так, значит вино переливается через край. Вот Вивальди это и делает. Вот оно. Дальше, дорогие друзья, еще ужаснее.
Я со сцены в этом академическом зале не могу сказать, что произошло с этим пьяным. В таком случае он лез к женщине целоваться, и в этот момент выяснилось, что он выпил слишком много вина для того, чтобы сделать это движение и надавить на желудок. И произошло невероятное. Вот. Слишком много кислого вина знает еще один эффект. Вот обычно все скрипачи от Спивакова до Перельмана стараются почему-то играть этот эпизод с нежным красивым вибрато. И я из-за них много лет не понимал, в чем дело. Вот они так играют. Сформулировать мысль и никак не может пойти дальше. То есть, знаете, как бы замечательно, да, у пивного ларька стоит и я тебя. То есть это он на всех языках, всех народов одно и то же. Вивальди показывает такого пьяницу. Вот, там, где упрячено. Нежно, мягко, там же четко все написано. Но там дальше уже такое творится, что просто ужас. Я сейчас пропущу даже один эпизод, потому что вот все-таки не осмелюсь. И сразу придем туда, где упрячься в дорме. Там, значит, там есть такое место, последний пьяница взбрыкнул, а потом и Спиваков, и Перельман, и Стерн, все играют самый красивый эпизод музыки Вивальди. С такой нежностью, с такой вибрацией. Ну, сейчас пнем дровя, та-та-та-та-та-та-та-та-там, да? Что сейчас? И дальше я никогда ничего не понимал. Почему посреди всего этого пьянства вдруг такое признание любви? Вот так они все играют. Меня возмущало поведение Антонио Вивальди, который ни с того ни с сего, без всякого объяснения, написал такую красивую музыку признания любви. И лишь только однажды я, придя к врачу, пожаловался ему, что я просыпаюсь в последнее время с головной болью, вместо того, чтобы выспаться. Врач говорит, я вам сейчас дам специальный прибор, надену, и вы всю ночь не проспите. А потом мы посмотрим, может быть, вы слишком храпите, и у вас аспне, то есть нехватка воздуха. Он надел мне этот прибор, я пришел домой и не спал всю ночь. Потому что я следил, когда у меня будет эта нехватка воздуха. Всю ночь следил. Но на какие-то 15 минут под действием снотворного я все-таки уснул и в это время успел аппарат выдать все, что ему положено было выдать. И вот что он выдал. Я потом это увидал прямо на ленте.
потом начнет храпеть. Сейчас погружение в сон начинается. Сколько будет? Все ниже и ниже, глубже и глубже. Сейчас пойдет ровный сон. Оставшиеся в живых поют эту великую сложность. Это я показал только одну часть одного из четырех концертов. На самом деле там всюду эти шутки. Весна – это вообще сумасшествие, но это в следующий раз, ладно? Сыграем с оркестром в следующий раз специально весну, так Вивальди задумал. Итак, когда инквизиция пригласила Вивальди для того, чтобы он ответил на вопрос, почему он оставляет верующих во время богослужения и убегает в неизвестном направлении, так написано и подписано верующим. Судя по утверждениям, Вивальди ответил так, что его отпустили. Вообще вырваться из лап инквизиции было невозможно. Тем более аббату Пинариту, малому аббату Римской католической церкви, у него же во владении целое аббатство было там в Венеции. Помните, Оспиталь де ля Пьета и вообще все эти церкви. Он же был владельцем, главным священником, и вдруг убегал, сбрасывал с себя священнические одежды и убегал в неизвестном направлении. Так написали верующие. Вивальди ответил гениально, что это самый лучший риторический ответ в истории мировой музыки. Вивальди сказал, что в том, что он убегает, виноват не он, а это воля Бога. Как? Спросили инквизиторы. Просто во время службы благостный Господь не спосылает в меня мелодии, которые требуют немедленно записать на нотную бумагу. Я убегаю, чтобы записать. Вивальди отпустили. Правда, запретили служить мессу. С тех пор он занимался только, ой, чтобы не сказать какую-то сейчас дикость, девчонками-сиротами. В Венеции, когда девчонка рождалась, лишняя, ненужный род, а тогда Венеция вела много войн, очень много было всяких общений, можно было выйти в Венеции из дома и найти маленький сверток, там маленькую девочку. Говорит, ой, повезло девчонке. Конечно, повезло. Ее забирали в госпитале Дарья Пьета и давали подлинное европейское образование. Даже русские крафы приезжали, чтобы брать их себе в жены. Поэтому во многих русских есть кусок итальянской крови вивальдиевских учениц. Да, он их учил латыни, греческому, древнееврейскому и, конечно же, игре на скрипках. Для них-то он и написал большинство своих концертов. Для девчонок, вот, например, этот концерт явно для девчонок. Он написал свой гениальный ля-минорный концерт из цикла «Л'Эстер дель Армоника» — «Гармоническое вдохновение». Считалось, что для девчонок, если бы не третья часть, в которой он явно написал кое-что для самого себя. Видимо, в третьей части Вивальди подходил, переставал дирижировать, брал скрипку и играл самой талантливой, самой взрослой из своих девчонок, которая уже была точно на выданье. Потому что это все сироты, бедненькие сироты, подброшенные, их учили
европейскому уровню мышления игры. Из них был создан знаменитый оркестр в госпитале Деля Пьета. И сейчас я приглашаю на сцену не девчонку, а мальчишку, которого зовут Даниэль Лозакович. Ну, говорить о его лауреатстве можно говорить о том, что он лауреат первой премии конкурса в Брюсселе, взрослого конкурса, организованного потомками Давида Ильича Ойстраха. Можно говорить о том, что его ждут в центре Медухина в Лондоне, что его ждут практически во всех странах, что ребенок, конечно, это будущее. Запомните имя Даниэль Лозакович. Завтра он будет играть Мендельсона, послезавтра он будет тоже играть сюрпризы и так далее. А сегодня он сыграет вам первую часть концерта Баха, а сейчас мы с ним сыграем целиком ля минорный концерт Антонио Вивальди. Эстрада, армоника, гармоническое вдохновение. Все начинается, как и положено, со знаменитых трех ударов, которые назвали в истории музыки молоток Вивальди. То есть огромный энергетический удар, трехкратный удар, который дает потрясающие силы, выброс энергии, то есть своего рода венецианские фейерверки. Бам! Бам! Да-д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 а
появляется этот ретурне, идея трехтроекратного удара молотка Вивальди. Вторая часть. Вы знаете, Бах-то очень любил Вивальди. Да того любит, что его сегодня Баха судили бы за нарушение авторских прав. Он брал великие концерты Вивальди, играл их на органе и писал: «Бах! Концерт для органа! Номер один, номер два, номер три. Это все концерты Вивальди». Тогда не было авторских прав, поэтому Бах ничего не нарушил. Играй во славу Божью. Бах играл вовсю. И так он любил Вивальди, что у него целые цитаты из Вивальди, целые части из Вивальди, целые как. И правильно делал, потому что Вивальди пришел в мир после 200-летнего забытья, после Второй мировой войны, когда человечество поняло, что оно негодно, отвратительно. Вдруг приходит Вивальди и говорит: расслабьтесь. И появилось чудо Вивальди. Эффект Вивальди на страдающей планете Земля. Вивальди молчал 200 лет и пришел вовремя. Пришел, чтобы обрадовать людей, вернуть им первоначальную гармонию красоты барокко, раковины неправильной формы. Вторая часть – это такая музыка, на которую ориентировался Бах в своих медленных частях. Как будто бы богини судьбы ткут нить оркестр, а мы два музыканта, которые не верим в смерть, поем о вечности души. И конфликт между образом оркестра, постоянно возвращающейся темой. Можно ее сыграть часть? Вторую часть, кусочек. Вот она. Можно, да? Вот то, что будет звучать. И вот после этого две скрипки начинают петь невиданной красоты итальянскую песню, канцон. Но оркестр ни на секунду не прекращает играть этот образ смерти. Так и рождается чудо Вивальди, полюбившееся Баху. Контраст между постоянным остинатным звучанием оркестра или органа и мольбой скрипок. Это чисто итальянская идея, которую потом понял Бах. Не потом они были современниками. А третья часть, как и первая, это опять карнавал. Это опять герои Пульчинелло, Бриделло, Панталони. Это постоянные серенады любви. Там соревнуются, там. Венеция была как Советский Союз. Наверху парады, а внизу КГБ все время заседало. Так и было в Венеции. Здесь эти самые маскарады, карнавалы. А там заседала инквизиция. И по очереди люди раз, только что веселился. А теперь он уже там, внизу. И спрашивают: почему, сеньор, а дыбы не хотите, а пытки раскаленным железом не хотите? Люди продолжали веселиться и танцевать. Они же не знали, кого сегодня собрали туда, в подземные камеры. А здесь веселье. Но вторая часть – это вечность. Итак, два карнавала, первая и третья часть, и вторая. Мы играем это с Данечкой. Даниэлем Лозаковичем, лауреатом международных конкурсов, ему уже исполнилось полных 10 лет. Это уже солидный возраст. Прошу приветствовать.
Спасибо.